Здравствуйте, уважаемые игроки, с вами канал Алекс Про, игра «Звездные войны. Галактика героев». И в этом выпуске я хотел бы поднять такую проблему, как производительность игры. Вот, все знают, что после некоторых обновлений игра стала более требовательна к устройству. То есть стали дольше загрузочки, переходы между локациями и тому подобное. Собственно, действительно, как бы это ощутимо стало, вот особенно на телефонах, особенно на стареньких. То есть на планшете у меня еще как бы двигается все нормально, там, ну, нет никаких проблем. А вот на телефоне уже загрузки, да, идут подольше. Особенно если подключен не через Wi-Fi, к примеру, а через прямой интернет от оператора. Вот. И как решить эту проблему? Ну, собственно, так, чтобы прям совсем ее решить, пока не удается, все-таки это от производителей самой игры зависит. Но вот нашел такой эффект, как установка игры на ПК. В чем прикол такой установки? Ну, во-первых, на компьютере у нас всегда максимальные эффекты, максимальное разрешение и тому подобное. То есть скорость загрузок, скорость эффектов всегда будет на самом максимальном уровне. Ну, к примеру, давайте посмотрим что-нибудь, выберем там какую-нибудь локацию. Как вы видите, переходы между локациями идут довольно-таки быстро. То есть нет вот этой вот прогрузки там по 10 секунд с одной локации прыжок на другую. Довольно-таки быстро переходит. Так, выбираем битву. Так, ну давайте кого-нибудь такого возьмем. Ну, к примеру, вот так вот возьмем, как бы, что там у нас получится. Так. На! Вот так вот. Еще разочек. То есть эффекты максимальные. Вот, скорость движения очень быстрая, потому как у меня даже на 4К, когда я 4Х ставлю скорость, на телефоне, ну, довольно-таки бывают моменты, когда особенно много эффектов, там искры всякие сыпятся. Вот, ну, замедляется, явно замедляется, как бы, движение. Здесь же, как вы видите, быстро все прошло. То есть без проблем. Но как установить эту игру на ПК? Давайте теперь поговорим об этом. Ну, собственно, в описании к видео будет ссылочка. Вот. Кликаем на эту ссылочку. Это переход на официальный сайт BlueStacks без всяких там шпионских программ, дополнительных заморочек. Скачивается эмулятор, и в эмуляторе будет иконочка с игрой. Клацаем на игру, игра устанавливается. Играем, кайфуем и ни в чем себе не отказываем. Ну что ж, друзья, а на этом пока все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.